Друзья, кто хочет посмотреть мои фотки и видосики в реальной жизни, заходите на мой инстаграм, ссылочка в описании. Нас уже 3000 подписчиков. Всем спасибо. И ей всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Дикий Волф, Фуксик, Бульбазавр. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас будет режим чужой, но я не буду играть за чужого. Сегодня будут подписчики играть за лицехватов, нас мочить, а мы будем мочить их. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, погнали. Вооружаемся, идемте. Давайте нам лицехваты нам дадут. Сначала будет один лицехват, ну а потом будет их два. Я вас вижу, ребят. Ты нас не будешь всегда видеть, потому что мы тебя будем сейчас мочить. Так, возьмем, пацаны, очень мощное оружие. Все, только не стоит... Иди сюда, Димас. Он в меня вселился, убейте меня. Не убейте. Надо его убивать. Мочите, мочите меня. Давай, давай, жги меня. Где? Да, он был во мне. Видите, выпадает какая-то тонкая Шинка. Вонючая кишка. Я в кого-то усилилась, ребят. Хочу смотреть. Бей меня. Попробуй меня убить. Он, видимо, в меня следит. На огонь иди. А. Как весело, а сами себя. Прикольно мочить так пацанов, да? Когда никто не знает. Во-во-во, надо что-то вот такое взять. Нет, это тоже не то. Ребята, у нас есть очень много классного оружия. Кто-то вселился, давай. Да, мы идем, мы идем. Пацаны, а в ком он? Тебе? Я не знаю, я не знаю. Где он? Друг друга мочим? Вот он, вот ты, он в тебе, я не во мне, не во мне, он, дурак что ли? Видите, чужой влияет на мозг людей. Он был в тебе, он был в тебе. Да, ребята, будьте внимательны. Ай-яй-яй. Я даже в тебя не вселил. Но это оружие очень эффективное, очень. Давай, иди сюда. Пацаны, берите что-нибудь такое взрывающееся. Я слышу, кто-то огнем поливает. Жги всех. Я слышу, идет. Привет. Убили кого-то. Я иду. Ла-ла-ла-ла. А я иду. Пацаны, вселился, вселился в кого-то. Я слышал этот вонючий хруст. В кого? А я там знаю. Не, ничего. Не иди туда. Я зачищаю местность. Ого, стулья загребает. Осторожно! Он был в Спайдермене! Тут один такой переполох делает, нифига себе челик модный. Я боюсь. Я тоже. Я в ком. А в ком ты? Как узнать? Во мне точно нету, во мне нету. Во мне тоже. Он ни в ком не был, он дурит, он прыгает. Он обманул нас. Ах ты вонючий обманщик. Ой, блин, не хотел, я думал, это чужой бежит. Слышите, он прыгает за стеной вот здесь вот где-то. Я вас байчу. Стреляйте, стреляйте, стреляйте по нем. Ну не по мне. Так, нормально играем. Я за вами иду. Кого же взять? Кого же... Какое оружие взять? Пацаны, я знаю, какое оружие их убьет. Я вспомнил этот пилпак. Убил одного. Я иду за вами. Ой-ой-ой. Я вселился. Это волк, это волк. А где волк? Убили, убили. Дима! Сюда иди. Молодец. Ха-ха, убил, убил! Зачем ты? Красиво, красиво, пацаны. Иди отсюда, щенок. А. Где-то, где-то он. Я за тобой. Да отвали ты, говно. Убил бульбазавра сразу. Ну и всех тоже. Но эта граната настолько эффективна, она их мочит сразу. Не надо, ладно, это пацаны, читер, но... Это не читер, но... Читер,
Ай. Я вселился. Пацаны, кто вселился, идите на красную гранату. Вот это я накоптел. Ну да, я так могу. Я на зажим иду. Или я обманываю вас? Думаете? Нет, он не обманывает, он не обманывает. Я слышу, он вселился в кого-то. Меня убили. Пацаны, это режим там, где мы учим друг друга, а не его. Только сказал. Да ты задрал меня, фигач. Вы чё фигачите меня? Это трэш. Слышь, отвали. Где огонь? Димас, где огонь? Да какой огонь? Я слышу огонь. Вот, блин, идиотус. Я вкинулся, ребят. Я уже тебя боюсь очень сильно. Ну, представь, нас будет дуэль. Пацаны, где он? Я в комнате. Блин, да блин! Это цирк какой-то, вам, пацаны, говорю. Так. Я слышу лазера. Извини, обстоятельства. Да отвали ты от меня, просто. Он был во мне. А че я до этого уже убиваю всегда? Так, ты в ком-то, да? Да. Ты что, в меня ты все убиваешь? А мне нравится, как вы друг друга. А у нас получается, знаете, это, мы никогда такого не записывали, это режим ПВП. Слышь, отвали, щенок. На тебе! Это было мощно. Ты меня в хуя убил. Я вся мощь. Да слышишь, ты чё меня убил? У меня никого не было в мне. А пацаны друг друга мочат, это понравилось. Мне этот режим нравится, прикольно. Это режим ПВП. А чё мы такое никогда не записывали? Каждый сам за себя. Им сейчас будет капец. Что? Так, пацаны, он в ком-то. Ну не во мне, сразу говорю. Ну, ребят, я над вами шучу, я не в ком-то. Я убил, а дикий волк убил. Да не. Да хватит кидать этих твоих динозавров. Давай, короче, бери обычного, у которого 1000 хп, бери его. Извини, обстоятельства. Пацаны, все, у него сейчас будет 1000 хп, готовьтесь. Готовьтесь. Я готов всегда, Димас. Извини, обстоятельства. Ты невнимательный. Невнимательный. Убили, да? Пацаны, чекайте. Невнимательный чужой. Я смог бы монетчика убить, я знаю, как это делается, это легко. Пацаны, чекайте, он сейчас где-то вылезет. Вылез. Где? Он меня замочил. Так где она, падла, это? На! Не смогло. Все. Сейчас. На, опять в бошку получи. Димас. Хорошо, давай без монетки. Я согласен.
Опять меня? Ну последний раз убью его и все. За пацанов, ну жалко же, ну зачем ты их мочишь? О! Ой-ой-ой, меня убили, он идет, наверное, к вам или куда. Пацаны, чекаем его. Где-то вылез. Где оно, падла это? О, меня съело! Ах ты молодец, вот ты молодец. Красава. Пацаны, я иду на помощь, я иду к вам. Чужой вообще обнаглел. Ghostbusters. Он нас не видит, как я ваших же ем. Да что, у тебя жизни много? Не, мало. Сейчас, пацаны, я возьму нормальную оружку, потому что это что-то, оружие совсем не то. Так, я по нему мочу, он не умирает. Монетка, о. Сейчас, погнали. Over 9000! Да ты задрала, морда волосатая. Слышь, ты убил быстрее, чем у меня съел. Димас, я за тебя отомщу. Отомсти, пожалуйста. Отомстила я. Ну что ты, морда вонючая, идешь? Вы меня разбили. Что-то упало. Это я. Рэмбо пришел, спасатель. Рэмбо? Ну. Привет. А как ты съел, твой же труп там валялся? Ой, ты меня кинул под карту, я лечу. Прикольно. Пацаны, он опять заныкался. Я как в фильмах, знаете, идет и минирует все важные проходы. Ай! На тебе, получил. Я за Димаса отомстил за всех моих. Понятно? Тут бомба! А бомбу нашел. Чаю уничтожить. Привет. Ребята, активируйте бомбу. Какую-нибудь, кто видит. На счет три. Три. Я заминировал всю карту. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.